Москве в клубе GM. Сегодня у нас будет такая специальная работа. Возня, бари-плав, ударка, все подряд. Короче, будет мучать меня сегодня очень жестко. Поэтому настраиваться надо очень хорошо, потому что будем делать 5 по 5. И будут на меня все нападать, пытаться уничтожать. В принципе, как и Олег будет делать. Поэтому, чтобы к этому быть готовым, мы будем тренировать это все. Паша заряжен просто как ракета пробиваться. Мощно, жестко, в доминирующей манере Павла. Как всегда, он задаст такой лютый темп, что просто... Я не знаю, кто выдержит этот темп. Паша Ветрук — это парень, который достоин этого поединка. Он всеми своими боями, бескомпромиссными, техничными, эмоционально доказывает, что он готов бороться за титул. Для нас это, для меня, может, даже для тренера чуть-чуть это больше значит, чем для него, потому что он был чемпионом, он один из лучших темповых бойцов 61 в М1, когда он выступал. Всегда, когда мы начинали с ним работать, я пересмотрел практически все его бои и всегда отмечал его темп и храброе сердце. Вот. Поэтому это потрясающая возможность. Мы наслаждаемся моментом. Действительно, для нас это не какая-то рутина. У нас появилось достаточно много мотивации, много мыслей, аналитики. Мы профессионалы. Подскоки, да? Меня приближает. Дистанцию поддерживаем. Готовимся встретить американского друга нашего, Хайнека-то. Будем встречать, есть пару заготовок. Будем его показывать красоту ММА. Он борец батл, да, вот это, в принципе, вольная борьба, проходные боки. Но мы готовимся их встречать, у нас есть там заготовки. Поэтому, думаю, залетит и будет хорошая встреча.